тебя получится в конце концов. По-любому. Просто продолжай стрелять в кольцо. Пау. Любой успех это упорный труд. Так говорят, те, кто попал в Warface, то в кассу они не врут. Великолепный проход Шелекета, сокрушительный данк Балашова через Баринова, невероятный геймвинер Робертсона. Все это и многое другое в новом выпуске самых горячих моментов чемпионата России мужской суперлиги 1. Это Warface Top Guns, полетели! 10-е место! Этот парень уже давно доказал, что его время для выступления в основной команде пришло. Александр Шашков из ЦСКА 2 получает мяч, делает 2 шага и жестко колотит сверху левой рукой. 9-е место. Тем Сумсу ГМК показывает красивый баскетбол. Колюшкин разыгрывает пик-н-ролл, а Кирдячкин поднимается над кольцом. Замечательный алюп в исполнении ревдинского дуэта. 8-е место. Мощные взрывные данки – это его визитная карточка. Руслан Абдулбасиров из Иркута проваливается под кольцо и вколачивает невероятный томагав 2 руками. 7-е место. Никита Иванов разыгрывает пик-н-ролл Сергеем Черновым и стягивает на себя 3 защитников. В это время Артем Писарчук врывается под кольцо с правой стороны и делает впечатляющий реверс-данк. 6-е место. Кирилл, в следующий раз позови кого-нибудь на помощь. Кого-нибудь, кто сможет сдержать Максима Барашкова. 11-й номер Химок резко стартует с места в сторону кольца и жестко вколачивает сверху. 5-е место. Все знают, что быстрый и агрессивный баскетбол – это ключ к победе. Но космические алюпы – это ключ к топу. Ален Хаджибекович вколачивает 2 руками с навеса Эдисона Спрюила и залетает на 5-ю строчку. 4-е место. На каждую силу найдется другая сила. И на каждый данк найдется данк-блокер. Евгений Фирий блокирует Руслана Абдулбасирова со словами «У тебя недостаточно средств, бойлер». 3-е место. Трибуны замирают, глядя на то, как сражается 45-й номер МБА. Мне кажется, он не человек. Черт возьми, да кто ты такой? Нисколько не удивлюсь, если Максим Шелекета возьмет что-то острое, порежет себе руку, а там будет железная клешня, как у Терминатора. 2-е место. Этот парень с Востока просто неудержим. Никита Балашов летит к кольцу и делает +1. Мощный постер-данк Балашова через Баринова на 2-й строчке. Ну и, наконец, 1-е место. Последние секунды матча, +1 у Новосиба. Джастин Робертсон из Уралмаша идет в проход и делает красиво! Свиш! Благодаря невероятному геймвиннеру Робертсона, Уралмаш одерживает победу и финиширует на 2-м месте в регулярке. Потрясающая игра в клатче американского легионера оранжево-черно-зеленых. На этом все. Это был 20-й выпуск Warface Top Guns на RussiaBasket.ru. Люби эту игру!